Сергей Лизахин. Такая прекрасная была обстановка и замечательный слушатель. Просто мы там тоже очень много подчеркнули для себя потом, потому что после концерта был банкет и общение, очень приятное общение. Вообще, Запорожье уже какой-то наш такой прекрасный талисман. Знаковый, знаковый. Знаковый город, потому что каждый год у нас начинается, вот учебный год начинается в Запорожье. Не знаю, мы очень любим Запорожье. И счастливо заканчивается, да? Да, наверное. Так это надо сделать традицией, начинать год в Запорожье, чтобы потом год сложился хорошо. Вы знаете, так складывается, что это уже, наверное, действительно традиция от нас не зависит. Вообще все в этой жизни от нас не зависит. Thank you.
всегда снят. Thank you.
нормально? Да. Да, такая розовенькая. Смотри, чтобы температура. Очень хороший темп. Не надо да. гнать. Да, первую часть тоже быстрее. Иди, иди, Мария Фасана, с тобой. Можно, да, мы вот так вот? Все вместе. Почему? А с Ириной Эдуардовной мы уже записали. Наговорила. А да. теперь мы вот беседуем. Да. Мы вас отсняли, как когда вы. Нет, вы троем. Готовитесь к выступлению? Да, я к вас. Кристина. Ну, дай Боже. Так, она здесь молодец. С точки зрения архитектуры, с точки зрения духовности искусства, что вы можете вложить вот в это понятие? Символ Запорожья, концертный зал. Дорогие друзья, вы не представляете, какая радость работать в обновленном зале. Это как будто бы новое дыхание. Ну, во-первых, совершенно другой интерьер. Он такой свежий, такой праздничный. Поэтому на последних аккордах Хортицы гран-при завоевала Кристина Михаличенко. И вот сегодня, скажем, цветок нашего концерта или подарок публике, вот это уникальное явление, этот ребенок. И творческая жизнь у нее очень бурлит. И я бы хотел, чтобы ты несколько слов сказала о том, как ты провела, допустим, свою учебу. В прошлом году были много концертов весной. Сначала были аккорды Хортицы, потом был конкурс в Бельгии, Merci Maestro, там, где я заняла первую премию. Это было 3 номинации, был очень интересный конкурс, потому что в моей категории было 42 участника. И были со всех стран, я одна была из Украины, и вот так получилось, что мне дали первое место. Потом я участвовала в конкурсе «Горовица», «Горовица дебют». Я участвовала в 2 номинациях с оркестром и соло, и там я тоже в каждой номинации заняла первое место. Потом летом у нас было насыщенное тоже лето, было очень много мастер-классов, то есть была учеба. В начале июля у нас были мастер-классы в Киеве с лондонским профессором Алексеем Гринюк. Вот, и я после этих мастер-классов играла первую часть Грига, это был мой дебют. Вот, и потом играла еще соло-концерт 2 пьесы Рахманинова. Потом в конце июля мы поехали в Германию, там тоже были мастер-классы с 2 профессорами. А в конце августа и в начале сентября в магазине музыкальных инструментов и у одной дамы. Когда вы успеваете побывать и в Бельгии, и в Германии? И победить. Да. Как вам, как вы вот выступаете или играете с Вячеславом Васильевичем? Да, я уже... Это очень сложно. Вы очень волнуетесь? Ну, как бы я не волнуюсь, потому что я доверяю этому оркестру и Вячеславу Васильевичу, поэтому мне приятно работать. Я вам желаю огромных-огромных творческих успехов. Побеждайте. Спасибо. У вас впереди много-много, я так думаю, побед и высот. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Удачи. Отдохни хорошо. И финал очень нормальный. Риктор. Вячеслав Васильевич, мне очень нравится. Тоже хорошая традиция такая. Ой, можно? Потому что мы же потом вас не поймаем все равно. Ой, тяна. Надо было заснять. Да. Ну, можно ему показать. Да. Мы сделали в начале лета, да. И где записывали? Записывали в Киеве в Молодом театре. Там есть студия звукозаписи. Вы, наверное, знаете Анатолий Сорока. Ну, это звукорежиссер, знаете, скорее всего. Вот. Спасибо. Да, если что, вам спасибо. Привет!